И вот похрустывает эта свежая морковка. Это так здорово. Я скажу вам, что все знакомые будут у вас однозначно просить рецепт этого салата. Никому не давайте. Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами приготовим праздничный салат. Для этого мне понадобится картофель. Конечно, я его заранее отварила, а теперь натираю на крупной терке. Теперь картошку распределяем ровным слоем на блюдо. Очень толсто не будем делать, примерно сантиметр. Теперь приготовим соус. К сметане я добавляю немного майонеза, соль, черный перец, и мелко порезала укропчик. Теперь все хорошо перемешиваю. И соусом промазываем картофель. Теперь на крупной терке натираем яйца. Друзья, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. На нашем канале много вкусных и хороших рецептов. А готовить с нами вкусно и просто. Крабовые палочки нарезаю довольно крупными кусочками. Вообще, я всегда крабовые палочки выбираю там, где содержание рыбного мяса не меньше, чем 50-60%. Эти палочки гораздо вкуснее всех остальных. Выкладываю палочки следующим слоем. И теперь добавляю слой соуса. Теперь на мелкой терке натираю копченый сыр. Конечно, можно и добавить обычный сыр, но сочетание копченого сыра гораздо вкуснее. И завершающий слой будет морковка, обязательно свежая. Натираю тоже на мелкой терке. Смотрите, какой красивый получился салат. Даже украшать его не надо. Добавила немного зеленого лука. Назовем этот салат «Оранжевое небо». Давайте скорее пробовать. Я себе даже отрезала кусочек побольше. Салат получился такой невероятно красивый. Посмотрим, что на вкус. Ребят, супер! Совершенно простые продукты, но вкус просто невероятный. И вот похрустывает эта свежая морковка. Это так здорово. Я скажу вам, что все знакомые будут у вас однозначно просить рецепт этого салата. Никому не давайте. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. И не пропускайте наши новые видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!